Так, сейчас попробуем взвесить одну из этих коров. Надо вернуться на один шаг назад, поменять пол, потому что до этого взвешивали бычка. Это у нас корова. Ей 3 года. И сейчас попробуем. Так. Ну вот, допустим, делаем ряд фотографий. Не толкай меня. Привет. Выберем наиболее подходящую, можно выбрать из нескольких. Допустим, эту. И теперь осталось только совместить силуэт. Надо это сделать довольно точно. На морозе не очень удобно. Мы постараемся. Так, как бы это увеличить? Чуть меньше. Любопытная корова собралась у нас. Сильный мороз, отелы мы проводим в сухом закрытом помещении и контролируем. Вот то, что было там в наличии, там набрали, поел. Ну, в этом году мы закончили строительство фермы. И вопрос, естественно, с водой, с поением, и особенно в зимний период времени стоял остро, потому что были проблемы, поилки замерзали, и были большие потребления электроэнергии. То есть, получается, да, недовольно, да, да. Купали, то есть не было такого, что не понравилось. Хотим взять еще. Да, и поэтому решили... мячиковые поилки брать, угу, однозначно, и в одном стиле, одного производителя, ну, это удобно, красиво, вот, и по ремонту, по обслуживанию тоже иметь, один, ну, как и с техникой, мы стараемся там одного производителя иметь, одну марку. То есть вы у нас купили, по-моему, на данный момент, по-моему, 4 поилки, да? И нам, да, еще надо столько же, да. Сейчас будете еще покупать. Да, да. То есть, получается, вы определитесь с одним производителем, это мы. Да, мы так, прекрасно, в принципе, маркетинг свой провели, вот, плюс советы фермеров, наших знакомых и по Инстаграму, угу, вот, также рекомендовали. И на сегодняшний день мы считаем, что это оптимальное и правильное решение. А нас, получается, откуда вообще узнали? Инстаграм. Инстаграм. Да, с Инстаграма, да. И
Также консультировались с фермерами, у кого же стоят ваши поилки. Ага, даже так? Да, да, на всякий случай. Потому что практика и в использовании там показывает, если какие-то есть недоработки и проблемы. Ну, да, то есть вот именно вот с этой поилкой рядом, с которой мы стоим, мы стали лауреатом национальной премии в области импортозамещения в 2017 году. То есть это такая, скажем, поздравляю. Все поилки наши гордость, ну, потому что это непосредственно наше производство. То есть брали импортные какие-то аналоги, смотрели, что и как, и разрабатывали свои. А вот именно вот с этой, она такая у нас номинированная. Ну, уже был мороз, у нас минус 10. Мы еще не подключили одно к электричеству. Я утром пошел ее смотреть. 10, даже, наверное, больше, здесь еще поле, ветер. Думал, наверное, подзамерзло. Нет, абсолютно. Не примерзли даже мячики. То есть без подключения тенов. Вот на минус 10 она у нас всю ночь простояла утром. Утром я проверял, то есть, ну, выцелил, ну, с обогревом она. То есть держит здесь минус 10, вот этот, не знаю, термос. И то, что нет доступа. Да. То есть минус 10 мы ее не включали, она держала. Поэтому как поспокойнее нам еще стало. Вот, у нас сейчас получается 4 такие вот основные поилки, там, ну, за исключением индивидуальных. То есть мы сейчас будем тоже смотреть, что еще разрабатывать. Ну, главное, чтобы не ломалось, в принципе. Не ломалось именно в морозы или когда что-то аномальный холод, вот так вот. Для у нас это 5 лет гарантии на поилки. Да, у нас это вот та проблема. В общем, то, что они разделены по полям, по площадкам очень далеко, и, в общем-то, если когда холодно, ветер, для нас проблема. Потому что скота много, и мы так примерно... Сколько у вас получается на данный момент? 300 голов. 300 голов. Да, если останутся без воды, то и шлангами все это не решить. Нет. Потому что все это будет замерзать, да. И потом понравилась установка. Вот, подготовили быстро площадку, тоже проблем с этим никаких нету. Все по инструкции, плюс у вас хорошая информационная поддержка. Мы обратились к инженеру, я так понимаю, кто. Вы обратились непосредственно к Ивану. К Ивану, да. И у нас получили консультации. Ты что, он говорит, звоните в любое время. Ну, мы уже не звонили, потому что, в принципе, очень информационно и, в принципе, просто подключиться. Естественно, электрика пригласили, чтобы там электрическую часть. Ну, это понятно. Да, да, обязательно, потому что электричество, с ним как бы шутить нельзя. Вот. И, ну, остальное все легко подключается, как конструктор. А Лего. Как приучали вообще коров к шарам? Потому что вот, я знаю, что некоторые фермеры, у них есть с этим сложность. И мне вот, ну, говорили то, что первоначально на несколько недель шары убирают, чтобы корова поняла, что вот там вода, и только потом ставят. Вы также пошли этим путем? Либо вы как-то не, сразу, это... у вас умная корова? Нет, совет хороший. Мы так, в принципе, и не думали, что так можно сделать. Так-то совет хороший. Конечно, шары убрать, они воду видят. Да, и... да, и привыкают. Быки у нас сразу начали пить, подошли к поилке. В принципе, у нас получилось поилки на тех же местах были установлены, на тех же